Для изготовления этих сюрикенов я использовал сталь 45Х, предварительно отковав полосу. Далее полосу нарезал на необходимые мне заготовки, и эти уже заготовки доковывал до необходимой формы под молотом и вручную. После проведенных всех манипуляций дальше воспользовался ленточно-шлифовальным станком и преобразил эти заготовки вот в такого рода сюрикены по требуемым размерам и с определенным весом 36 грамм. Значит, до процедуры термообработки я провел вот такое простое испытание. То есть, как видно, хорошо втыкается. Метание осуществляется так же самое, как метание гвоздей. Далее сделал термообработку, закалил в масле, сделал отпуск. Ну и после всех проведенных процедур имеем вот такие заготовки, уже окрашенные в черный цвет, как было прошлым заказчиком. Вот. Все готово, оттестированы и поедут к заказчику.